Лунный монах представляет. Приветствую всех, друзья мои, с вами Лунный монах. И сегодня я расскажу вам об одном очень интересном языке. Но перед этим предыстория. Древние боги, жуткие и отвратительные сущности, созданные повелителями бездны. В далеком прошлом они рухнули на поверхность Азерота из великой запредельной тьмы и начали расширять свое влияние, породив две расы – Безликих и Акири. Цивилизация, которую они создали, называлась Черной Империей и занимала значительную часть Единого Калимдора. И, конечно же, у этой мерзости должен был быть свой собственный язык, чтобы хоть как-то поддерживать связь. И имя этому языку – Шатьяр. Ну что ж, приступим к его изучению. Официальные переводы некоторых фраз. Сейчас я зачитаю эти фразы, вы не смейтесь надо мной, потому что язык действительно очень сложный и сложно его читать. И можете сами попробовать. Шавграл унг вэк вэк вэк. Древние зовут. Иди, иди, иди. Из-за ног мах, из-за ног ормз. Я не первый и я не последний. Алксук ир аван. Ливсунф акео акео акео. Это реальность или иллюзия? Тебя поглощает безумие, безумие, безумие. Скмак яфифкхок. Ваше страдание укрепляет меня. Гулкаф ангоф нзот. Взор в сердце нзота. Итак, дальше будут представлены некоторые отдельные слова из языка древних богов, из языка Шатьяр. Аг – мы. Аг – наша. Аг – должен. Гулкав – взгляд. Хвивн – все. Халаш – труп. Хок – я. Хугф – насыщает. Игш – противостоять. Игав – проклял. Илфах – вы. Кааксф – ты. Льфхук – пожирают. Маг – страдание, мучение. Наус – голод. Нуг – украшают. Нуул – обитать. Онг – земля. Оу – уметь. Хуанхи – разрушитель. Плахв – знаю. Пуул – пить. Кам – возврат. Гов – сердце. Хвас – это. Шаф – старый. Шафьяр – старые боги. Шуул – смерть. Отсюда произошло слово «смертокрыл». Шуулвах – смертокрыл. Шхигн – страх. Шангх – жить. Тек – череп. Тхок – для. Яхв – душа. Заикс – похвала. Яр – бог. Ехглу – кровь. Ивак – они. Угз – трон. Зук – жизнь, зов – победа. Также я хотел выделить несколько заметочек об этом языке. Этот язык имеет поразительное сходство с языком культа Ктулху. Надеюсь, вы знаете, кто такой Ктулху. В течение нескольких лет, прежде чем было опубликовано официальное название языка, сообщество назвало его «Язык Безликих». Также в новом дополнении «Легион» жрецы тьмы смогут говорить на языке древних богов, поэтому скорее идем создавать себе жрецов, прокачивать их, чтобы поговорить на этом наисложнейшем языке. Тем временем видео уже подошло к концу. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был Лунный Монах, и следующее видео уже скоро.